я могу обращение поговорить. Давайте пройдем, там будет удобнее. Хочется поговорить. Я хочу сказать следующее. Я работаю в товарное хозяйство город Марк Саратовской области. Вчера, 20 числа 2022 года, был совершен рейдерский захват предприятия товарного хозяйства. Примерно в 10 часов утра. Пойдемте, мы вас объяснение отберем. Проникли люди, порядка 20 человек на автобусе с московскими номерами по физической силе и угрозе физической расправы. Сначала блокировали проходную, затем офисное здание, отстранили сотрудников от выполнения своих обязанностей, ограничили доступ как к информации, так и материальным ценностям. Под угрозой физической расправы вынудили покинуть руководство предприятия. На обращение в милицию результатов не дало, просьба принять меры. В случае непринятия планируем обратиться в генеральный прокурор. Сейчас готов подать.